27 апреля. Практика отстранения. Временами мне было сложно отстраняться от наркомана. Моя болезнь внушила мне веру, что только я могу найти то единственное слово или сделать нечто, что чудодейственным образом изменит жизнь наркомана. Тем не менее, мой способ помогать, попытки пристыдить, порицания и жалобы никогда не помогал улучшить ни мою жизнь, ни жизнь наркомана. Благодаря программе и с помощью моей высшей силы я научилась отпускать с любовью. И все-таки, даже являясь членом Наранона, я до сих пор часто испытываю сильное желание проконтролировать наркомана, учинить ему допрос, чтобы быть уверенной, что он следует предписанным мной правилам поведения. Но вместо этого я вспоминаю программу и выбираю более здравый подход. Напоминание себе о своем бессилии перед болезнью наркомании помогает мне отделиться от действий другого человека. Выздоровление наркомана – это его собственное дело. Я могу нести ответственность только за собственное выздоровление. Душевный покой приходит ко мне, когда я осознаю, что существует высшая сила, которая любит и заботится о каждом из нас, обо мне в той же мере, что и о наркомане. Отстранение с любовью – не предательство, а отказ от своеволия и припоручение себя и наркомана заботе любящей силы, более могущественной, чем я. Размышления на сегодня. Литература Наранона напоминает мне, что без практики отстранения – это всего лишь теория, напечатанная в брошюры. Отстранение требует постоянной тренировки. Мои друзья из Наранона поддерживают меня на этом пути. Каждый день я буду работать ради обретения освобождающего чувства отстранения. Цитата. Настоящие открытия в путешествии состоят не в поиске новых пейзажей, но в обретении нового видения. Марсель Пруст.